Мы с мужем разводимся. Когда-то, будучи уже женатыми, покупали квартиру. Теперь встал вопрос о размене жилплощади. Хотела у вас спросить, какие права на эту квартиру имею я с детьми? Законный режим имущества супругов называется общей совместной собственностью. Все, что нажито во время брака, делится обычно в идеальных арифметических долях, то есть по одной второй. Разделить имущество можно как во время брака, так и после. Причем действует срок исковой давности 3 года после расторжения брака. Если вы добровольно будете делить имущество, то вы составляете соглашение. И если, допустим, объектом была недвижимость, то регистрируете его в Росреестре. При разделе имущества в судебном порядке раздел идет в арифметических долях, как правило, 1/2. Это мы сейчас с вами говорили о законном имуществе именно супругов. Что касается вещей детей. Те вещи, которые приобретены непосредственно ребенку, либо у него были вклады, допустим, в банке, они... Вклады остаются за ребенком, а вещи, приобретенные для детей, переходят тому супругу, с кем остается ребенок. Законный режим касается только имущества супругов, поскольку именно совместно нажитыми средствами во время брака обладали только супруги. Дети при разводе не будут иметь никакой доли.